31 августа прошел брифинг, посвященный профилактике преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По результатам 7 месяцев текущего года уровень регистрации подобных преступлений остается достаточно высоким. Общий ущерб, причиненный гражданам, составляет 43 миллиона 640 тысяч рублей. Причем большинство случаев, когда колымчане лишаются денежных средств в сумме более 1 миллиона в результате мошенничеств. Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение совершения преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России в рамках профилактического обхода административных участков проводятся профилактические беседы с жителями города Магадана, направленные на информирование граждан о способах и видах совершаемых мошенничеств. Особое внимание уделяется гражданам пожилого возраста. Осуществляется информирование граждан о недопущении перевода денежных средств незнакомым лицам. Проводится разъяснительная работа, направленная на соблюдение бдительности поступающих подозрительных звонков и смс-сообщений, а также неразглашение личной информации. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего нужно успокоиться и все обдумать, потому что только злоумышленники намеренно торопят, оказывая психологическое давление. Также, получив тревожную информацию о своих банковских счетах, необходимо связаться с финансовым учреждением по номеру на обратной стороне карты. Кроме этого, для совершения предоплаты нужно сообщать только номер карты, а также необходимо полностью исключить покупки по полной предоплате.